И вот всем здрасте из 2К18, когда споконы вроде начинают обретать былую славу, и ты уже спокойно можешь употребить в обычной беседе словосочетание «хорошее аниме в жанре спорт». Некогда оксюморон, типа «живой труп» или «хорошее продолжение САО», или «просто хорошее САО», или «аниме будут смотреть в России за деньги», или «Во выпустит вторую часть ретроспективы Джоджо». Да, согласен, последнее было бред. Но стоит выйти какому-то новому сезону Фри, странному капитану Цубаси, не поймите неправильно, игрушка была классная, я даже на лунном ее проходил. Вот она, сила футбола. Все понятно, без слов. Россия! Охуяна, братан! Обосравшемуся велосипедисту, ебучим дням или педикам на льду и всем уже резко положить на целый пласт культовых аниме, что выходили до того, как родились авторы комментов по поводу «Мегалобокс хуйня, мутная черт». Я не оценил говно. В общем, выходит такое, и годы стараний для масс уходят на смарку. Обидно. О чем бишь я? О первых сериях просто хорошего аниме про бадминтон и, соответственно, в жанре спорт. Согласен, тоже звучит странновато. Бадминтон Аяне Ханесаки. Заметьте, парням обычно достаются командные виды спорта, а сильным и независимым – индивидуальные. Social Justice Warriors ликуют стоя. Это так, просто наблюдение интересное. А сейчас о наполнении исторического контента сего аниме. Я понимаю, что один из сюжетных ходов к развитию персонажа — это тяжелый экзистенциальный кризис, но не так часто же это, во-первых, и не школьницы, во-вторых. Это же все-таки аниме про спорт, где, конечно, есть место сомнениям, переживаниям и прочим ошибкам, но так попросту идет к херам вся мотивация. Я, блядь, из-за принца пень... Ничего. Я, блядь, из-за принца тенниса пошел в секцию большого тенниса. После пинг-понга снова вернулся в кружок по онному. После слэм-данка задумался подстричься. Чё, я ростом не вышел, какой баскетбол? Это не дело, когда видишь безразличие и тупую злость персонажа. Особенно главного, то проецируешь эти чувства на себя и как-то особо смотреть не хочется. Блядь, да даже Ванька вон на права пошел после просмотра и не шалди. И вообще, стритрейсерам девушки не нужны, лоунли драйвер, вся херня. Анимация, бля. Положа руку на сердце, это лучшая анимация в спортивном аниме 2К18 года, а может и раньше. Что я видел? А видел я, поверьте, дохера. Прости Slam Dunk, прости Принц Тенниса и волейбол. И ладно, первые два тайтла уже потрепанного возраста, им простительно, но творение Production IG пока выигрывает лишь отличной режиссурой и филигранным рапидом. Тогда как тут просто технически запарились, понапихали кадров, прорисовали все досконально. Резко так прям чувствуешь. Напряжение в бадминтоне, блядь. О, черт. Конечно, сильно бросается в глаза разница между игрой и, так сказать, бытовухой, но могло быть и намного хуже. Это все-таки аниме, надо сделать сносочку. Плюс отличная работа проведена над освещением. Все благодаря этому выглядит довольно сочно. Где надо тени, где надо отблески. Красивенько. Let me see your pretty faces. Ей-богу, такое ощущение, что это Kyoto Animation постарались, а потом тебя берет тихий ужас, ведь именно эти же люди сделали два сезона нового Берсерка. Да вы должны подшутите, мать вашу! Блять, что происходит в мире? Как, Карл? Я отказываюсь это понимать. Дага Котуар! Нани? Опенинг простоват, но стилистика выдержанная, и есть пара моментов, типа вот этого. Что делают весь опенинг крутым? По крайней мере, эта сцена не запомнится надолго. Озвучка, ну, вроде без петухов особых, но и похвалить нечего. Стерильно. На цитаты точно не разойдется. В озвучке ты без разницы смотрел в некоторых, в принципе, буду смотреть по недабе. Вообще без разницы. Зачем я играю в бадминтон? И вот каждый раз, приходя к окончательному резюмированию, я чувствую себя как тот шарик из трассы 60. Вова, а где аналитика? Где обещанные топы? Не могу сказать. Где обзор Джоджо? Не могу сказать. А, хер с тобой, сам сделаю. Ведь и правда сказать, можно ли точно посоветовать, нельзя почти никогда. Ибо, ну, кому-то не войдет тема спорта. Кто-то шовинист и нарочито разглядывать сюжеты, где происходит полнейшее доминирование, дам. А если ты и не ультра таких взглядов, и, может, и сам бадминтон тебе и ни в хер не впился. Но все равно что-то внутри тебя отторгает саму идею, что бабы в чем-то лучше. Что диалоги написаны теми самыми эмансипированными social justice воинами. С вагинами. Про таких же отдельных личностей того же полового вида. Но, 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 но. Но, но,
но аниме простое. Слегка интригующее, с местами некислой рисовкой, дизайн, цвет и прочее тоже на достойном уровне. Но темп слишком неровный, в идеале я бы сократил разговоры до минимума и посоветовал бы просмотру смело. Но мир не идеален, о чем тут говорить, когда покупаешь шавуху на углу, а мне, кстати, пару километров до такого еще надо прошкандыбать, ты с уверенностью сказать не можешь, чего именно кота схарчишь. Однако, скажу точно, попробовать стоит, несмотря на минусы и тупые аллегории, что я привел. Сам смотреть буду, ибо любое говно на тему спорта жру причмокивая. И добавки прошу. Делайте выводы не на основе мною сказанного, отчасти, а по своим суждениям. Не стоит идти на поводу у толпы и быть инертным в плане суждений. Имейте свое личное мнение. В таком случае хотя бы себе врать не придется. Да, я прибухнул, когда это писал, поэтому озвучил довольно быстро и получилось же хорошо. Да, нет. Как-то так. Что ж, ребята, огромное спасибо, что досмотрели до конца видео. Подпишитесь на канал, жмакните в колокольчик, расскажите друзьям, лайк и главное, ставьте комментарий, чтобы мы могли обсудить этот сериал, это аниме и аниме этого летнего сезона, что будет намного интересно всегда. Также не забывайте приходить на стримы по пятницам и субботам. В пятницу у нас все по 10 смотрят видосики за мизерную сумму, в субботу частенько марафоны или еще что-нибудь. У меня есть также игровой канал в предложке. И, ребята, я все время забываю про это говорить в своих видео, но у меня появилась группа во ВКонтакте, которую можно найти где-то по ссылке в описании. Люблю всех, чмоки, пока. Хей, мир and the пизда. Я навеки со спорта фенис большой. Это хорошо.